Всем здравствуйте, ребят! С вами Городничук Александр, тренер по тайскому боксу. Сегодня в нашей передаче мы разберем базовые удары коленями, а также удары в прыжке. И в этом нам поможет тренер из Таиланда, чемпион и боец Круу Биа. Значит, ребят, техника нанесения удара коленом. Первое. Мы делаем шаг, да? Второе. Когда мы делаем, значит, удар ногой, мы ногу подгибаем под себя, да? Это второе. Третье. Обязательно вставляем туда таз, да? Четвертое. Это когда мы наносим удар, мы привстаем на носочек опорной ноги. И пятое. Не забывайте про реверс руки. Ну, а свободная рука обязательно должна быть возле головы. Как это выглядит? А теперь пожестче. Разберем удар коленом сбоку. Значит, допустим, мы в клинче. Как мы делаем? Ребят, встаем на носочек точно так же, да? Только ногу ведем не снизу, а ведем как бы уже сбоку, как на круговой ногой. И когда мы бьем, мы дергаем мешок на себя и как бы немного привстаем, да? Бьем мы вот этой части, ребят, колено, да? Вот. Не на середине, а вот сбоку, боковой части. Как это выглядит? То есть, когда мы дергаем мешок на себя, мы вставляем туда вес. То есть, подпрыгнули и типа сбрасываем туда вес. Да? Ну а сейчас, ребят, удар коленом в прыжке. Значит, например, вы пробили противнику двойку, да, он отходит назад, вы делаете шаг и тем самым отталкиваетесь уже задней ногой. И при этом также не забывайте делать реверс, да, это добавляет процентов 20 силы удара. То есть еще раз, пробили, назад вернулись, шаг, скачок. Старайтесь выпрыгнуть вот по диагонали вверх, да. Ну а сейчас, ребят, одна из моих самых любимых комбинаций, да, и удар с ножниц коленом в прыжке. Я вам покажу, как это делается, подводящее упражнение и комбинацию, да. Значит, первое. Для того, чтобы ударить коленом в прыжке, нам нужно, вот, например, бью левой, да, значит, показываю правой, вот, делаю выход правой, да, и после этого делаю ножницы, бью левым. То есть, да, медленно еще раз. Показал, ударил. Показал, ударил. Показал, ударил, да?
А сейчас, ребят, комбинация. Бью правый толчковый туда, после чего возвращаюсь, показываю опять же правый и бью левым коленом. Проходит вот так. Как это выглядит медленно. Раз, вернулся, показал, ударил левым. Да? Еще раз. Раз, ударил, вернулся, в прыжке дал коленом. Еще раз. Раз, два. Еще раз. Раз, два. Еще разочек. Вот такая моя любимая комбинация. Вот мы с вами разобрались с тем, как выглядят базовые удары коленями, да, как бить коленом в прыжке. Старались для вас, подключили для этого тайских тренеров. Ребят, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, лайкайте. Если будут вопросы, задавайте. Если будут пожелания, также пишите. С вами был Городничук Александр, тренер по тайскому боксу. Подписывайтесь на наш канал.